23 февраля не так часто выпадает, чтобы мы были дома. И, то есть ты не даришь? От хитрая. Ну почему? Подарок-то всегда хочется сделать. Привет. В моем случае такое не работает. Ой. Это ты так думаешь. А ты подари носки и посмотришь. Кстати, носки ни разу не дарила. Дорогие наши и любимые мужчины, поздравляем вас с Днем Защитника Отечества. Мы желаем вам боевого духа, богатырского здоровья и неиссякаемой силы. Желаем вам всегда и во всем оставаться победителями и настоящими мужчинами. И главное, любить нас и защищать нас. С праздником!